Привет, друзья! С вами я, Анастасия Час. Нахожусь сейчас в форум-холле на конференции «Инфолидеры-2013». И сейчас представляю вам такой маленький, краткий обзор. Вот здесь стоят люди, собрались, ждут начала. А вот так вот, сейчас покажу, а вот так вот по красной дорожке всех встречают. В том числе сейчас подходят спикеры, которые будут выступать, и всех встречают аплодисментами. Видите, вот там вдали красная дорожка. Ну, постараюсь вас держать в курсе, что тут и как будет происходить. А пока вот там вот вдали регистрация. Красиво, людей много. Ну что ж, пока это для начала хватит. Следующий обзор уже будет после того, как начнется. Вот, дорогие друзья, мы уже в зале. Вот приблизительно так выглядел здесь ритейл, то есть продажа продукции. И вот такие в форме, то есть в стиле банкета. 6 человек за столиком. Вот так вот выглядит зал. Только последний спикер зашел недавно буквально, и всех пригласили в зал. Такая приятная музыка до начала конференции. Сейчас 9 часов вечера, буквально за 5 минут до этого закончилось выступление Петра Осипова. Было очень круто, он выступал целых 4 часа, люди все не хотели его отпускать. И вот вы видите, сейчас уже не возвращается в зал, и будет следующий спикер. То есть мы сегодня наверняка задержимся часов до 10, до пол 11. Пока приеду, так что ждите сегодняшнего обзора, я специально для вас подготовила. А сейчас я прощаюсь с вами.